Мой дружок-пирожок, если тебе нужны бабки, опыт, или все сразу, то заходи в мою группу по прокачке. Сделаем все быстро, качественно и недорого. Прокачка доступна на все платформы, как на ПК, так и на все консоли. Переходи прямо сейчас и заказывай самую надежную прокачку. Ссылочка на группу в описании. Переходи и заказывай. Дружочки-пирожочки, новая бонусная неделя в GTA Online и Rockstar в очередной раз обосрались, и мало того, что обосрались, все это дело подтерли и преподнесли нам как новый контент. Сразу скажу, что неделя тухлая, как утренний пердеж перед тем, как пойти жидко посрать. Может, кто помнит про драфтер, который Rockstar собирались раздавать бесплатно? Так вот, я как порядочный пользователь на сайте Rockstar оставил заметку, чтобы забрать бричку. Сегодня ее должны были раздавать бесплатно. И что я вижу? Плати full price. Так к тому же Рокки затерли к хуям все упоминания о том, что этого драфтера можно получить бесплатно. По сути, Рокки поступили, хотя может чуть позже станет возможным бесплатно забрать бричку. Но пока Rockstar свое слово не держит. Теперь второй расклад. Три новые брички в утильцеху. Эудор можно забрать с подлодки. Z-Type забираем с сухогруза, а Вагнера у бандитов через полицейский участок. То есть никакую бричку забрать себе нельзя, хотя у некоторых дружочков-пирожочков Вагнер все так и доступен с пометкой «Гараж». Вот теперь вопрос, если пройти этот угон, можно будет забрать бричку себе или нет? Когда вот такой расклад, на двух персонажах такая же шляпа. Я также отменял уже угон, перезаходил в игру. Ничего не помогает. Очередной отсос. Помню, такая же шляпа была и с работой такси, когда Павлик не мог запустить миссию. В общем, кто забрал бесплатного драфтера, напишите. А про Вагнера я и так знаю, что у многих есть пометка о том, что можно после угона забрать в гараж. Ладно, хуй с этим всем. Продолжаем терпеть. По скидкам у нас 40% на Strikeforce. Слабый самолет по вооружению, но сильный по бронестойкости. То есть дерево зацепить можно, а после полететь дальше, если крыло не отвалится. Такая же скидка на Чернобога. Если купить эту бричку, то можно получить футболочку с логотипом фирмы, выпускающей военную технику. Также скидка 40% на БТР. Жду в комментах по классике экспертов, которые скажут, что это не БТР. Если эту машину купить, также можно получить футболочку. Ну и Insurgent пикап с вооружением также по скидке 40%. За него также дадут футболку, если его купить. 30% скидка на военный патриот. Что он делает тогда на желтом сайте? Непонятно. Но такая техника мне не заходит. На новых Сонсальках скидка 30% на игну с оружием. Немного на нем покатал. Так и не понял, зачем Рокки сделали такого уродца, учитывая, что стрельба на ходу на геймпадах. Все равно, что срать вверх ногами. Но консольные дружочки-пирожочки, вы особо не горите. Это я рассказываю исключительно о своих ощущениях. И да, срать так я даже не пытался. И вот оно, скидка на недвижку. Рокки решили выебать 25% скидки на утильцах, так что можно его прикупить, у кого до сих пор нет. Или же поменять расположение. Если обосрались с этим, когда вышло обнова, видос с лучшим расположением уже есть на канале. Такая же скидка на все модификации. Вам, кстати, по новой придется все покупать. Если решите поменять утильцах, останется только сейф. Какого хера такое же нельзя было сделать с тем же эвакуатором или скидкой на восстановление бричек? Вопрос, конечно же, риторический, но здравая логика Rockstar из-за таких вопросов под большим вопросом. По бонусной части, двойные выплаты на некоторые дела сообщества. Rockstar, походу, проебались уже давно и забыли, что у них уже месяц эти бонусы висят на одно и то же. Также двойные выплаты на противоборство, транспортные войны. Неплохой способ убить несколько десятков минут. Особенно если наберется полное лобби. Также дрифт-гонки вам принесут в два раза больше денег и опыта. Дрифт – кайф. Можно и покатать в свое удовольствие и деньжат оттуда побольше вынести. Еженедельное задание, кстати, связано с этими гонками. Всего лишь нужно пройти 6 таких дрифт-гонок. И вся прелесть этого испытания заключается в том,
что вы можете запускать гонки в соло, самую короткую трассу, и испытание вам будет засчитано. Как только завершите 6 таких гонок, вам насыпят 100 тысяч баксов и 10 тысяч опыта. На консолях нового поколения, хотя новым это поколение язык не поворачивается назвать, двойные выплаты также на фотохоту дикой природы. Не уверен, что это пользуется большой популярностью у консольных дружечков-пирожочков. Но тем не менее, в два раза больше денег и опыта можно с этого поиметь. По оружейному фургону, дресня подсохшая, более-менее нормальное оружие. Это тактический ПП, возможно лазерный автомат. Все остальное мусор старый, который можно либо купить в амунации, либо вообще лучше не покупать, чтобы не засирать селектор оружия. В лухури витрине у нас опять ФИАР-36, можно забрать под дрифт гонки. Спокойная и податливая бричка. А также в очередной раз клевакада XL в интересной раскраске. Можете тоже прикупить, если понравилось что-то. У лысого старика из годного. Стерлинг GT, а также Frontier. По другую сторону ноунейм байки и еще какая-то ебатория. Все это на сайтах не продается. Так что можно заглянуть к лысаку и порадовать его своей наличностью. В автоклубе Рокки решили добить нас никчемным мусором и выкатили в эпитвинки. Если кому эти помойные колеса нужны, нужно 2 дня подряд занять хотя бы 3-е место в любых гонках автоклуба. Покататься по тестовому треку и тут же прикупить чита S80 RR, или же зеленый шафтер LWB. Все это Рокки также снесли с сайтов по продажам. Так что может что-то да зайдет забрать себе в гараж. А в Казике у нас Night Shark, бронированный автомобиль, за бесплатно, так вообще песня. Но в сердце всегда останется обычный инсургент, как топ-бронированная бричка. А так как даренного коня могут подкинуть вам вообще без зубов, нихуй выебываться. Крутим, повезло. Так забираем. На этом собственно все, мои дружочки-пирожочки. Немного подгорело от недели. И даже не от ее наполнения всякой хуйней, а тем, что Рокки в очередной раз косякнули и не смогли сделать все по-человечески. Желаю вам крепкого здоровья, а сам закажу вечерком миди в соусе том-ям, включу великолепный век, и буду залипать, хавать и отдыхать. А дальше новые видосы, и возможно даже извинения от Rockstar, хотя когда такое было. Ладно, в общем, всем ББ, всем ГГ.